3 семерки. Как установили сотрудники подразделения экономической безопасности в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемые в бывшем здании гостиницы в Буинске организовали проведение азартных игр и приобрели необходимое оборудование. В ходе проведенных сотрудниками подразделения экономической безопасности мероприятий незаконная игорная деятельность ликвидирована. В ходе осмотра места происшествия в игровом салоне изъяты системные блоки в количестве 11 штук, карты клиента игрового клуба, документы, мониторы, картридеры, также сотовые телефоны и денежные средства.